Итак, друзья, переносимся в поселок Лесоторговый. Как можно видеть, здесь продолжают дежурить силы МЧС. Получается, вот мы сейчас с улицы Бабушкина спустились чуть-чуть ниже на улицу. А как она называется? Нет, вот это, по-моему, тоже. Так, это, наверное, это Грекова. Грекова, да. То есть улица Грекова уже по факту, получается, затоплена. Да. Ну а так вот, расскажите, многие ли вообще эвакуировались там, да, соседи? Практически все. Если только вот по кирпичной остался. Ну, то есть по кирпичной это самая верхняя улица, да, получается? Как центральная, как мы сейчас еще дразним. Так а вы сами почему все-таки не хотите? Дом. С таким трудом доставшиеся все. Ну, вот, когда на пятки наступит, тогда уйду, конечно. Я свои силы знаю.